Ребята, привет всем! Вы на канале Чемитова Жаргала. Сейчас все получается, ну, покрасили мы, свет мы, получается, провели, все есть. Вчера я, получается, один слой покрасил в водоэмульсионке, потом второй слой. Сейчас вот, ну, сейчас буквально вот 15 минут назад я покрасил его. Вот я короткое видео за минуту, получается, показал, как непосредственно нанести, получается, водоэмульсионку, и чтобы она потом не отходила со временем. Ребята, у меня там несколько испытаний было, я разные клеи, ну, клеи попробовал. Самое, ребята, эффективное выходит, что мы делаем. Мы, получается, грунтуем, получается, бетонным контактом. Бетон-контакт. Это грунтовка, получается, акриловая. Это вот она идет под штукатурку, когда вот, допустим, вы хотите заштукатурить что-то, да, и чтобы цементная стяжка, чтобы хорошо держалась, вот грунтуют сначала предварительно. Я, короче, взял, получается, нанес, получается, на пеноплекс, нанес, получается, эту грунтовку кисточкой, ну или валиком. Потом, после этого, ребята, вы можете в демульсионку, вот у меня. Ну, я вот такую вот купил водоэмульсионку. Вот такая вот водоэмульсионка фасадная. Фасадную взял. Ну, так как у нас здесь с отрицательной температурой тоже будут, все-таки это зимний домик. Поэтому вот я фасадную взял, да. Фасадную, получается, разбавил я с клеем ПВА строительный. Сейчас я, ребят, покажу. Вот он, клей ПВА строительный. Вот такой вот он. То есть, получается, соотношение, ребята, у меня вышло 1 к 4. То есть, одна часть непосредственно клея, и 4 части идет у меня, 4 части идет водоэмульсионки, краски. Вот. Ну, вот, в принципе-то, и все. Сейчас осталось нам дождаться, пока высохнет. И все. Ну, что нам нужно? Для того, чтобы, ребята, нам рыбачить, да, ну, соответственно, нам надо вешалки сделать. И полку обязательно сделать, что я и сделал. Ну, еще электричество очень важно. Тут я, получается, две лампочки воткнул. Вот. Все это, ребята, будет от аккумулятора 12 вольт подпитываться. А сам, получается, аккумулятор будет подпитываться от солнечной панели. Вот. Ну, сейчас, ребята, на днях я, получается, ну, как сказать, подниму этот домик. То есть два человека могут этот домик поднять. И там хоть куда. Или на кузов какой-нибудь машины. Точнее, на борт. Вот. И все. И можно рыбачить. То есть он предназначен только не только для рыбалки, но и для охоты. Ладно, ребята, всем пока.